Так, здравствуйте, я сегодня с вами хочу поговорить об этой удивительной вещи мочалка. К сожалению, многие об этой вещи не знают и не знают, для чего она нужна. Мочалка предназначена для того, чтобы очищать тело от грязи. Дело в том, что если человек моется обычным мылом, как бы он, да, действительно смывает, но смывает часть грязи, полностью он не смывает. А мочалка же позволяет эффективно счищать грязь со всего тела. При этом мочалка, она также массажирует тело, вызывая приток крови, скажем так, кожи. И чем эффективнее, скажем, позволяет избавляться от токсинов и других вредных, скажем так, веществ и микроорганизмов. Также помогает от прыщей очищать, потому что чистая кожа, на ней не могут быть, скажем так, прыщи. Конечно, есть еще и питание, но это уже другая тема. Но в этом случае мочалка даже эффективно помогает. Мочалка имеет, видите, такую структуру. Они, кстати, бывают разных видов. Но главное, чтобы они были не мягкие какие, как поролон, который просто, скажем так, мажет. А именно достаточно жесткие. Они разных видов бывают. То есть вот такие с ручками. С ручками не самое удобное, потому что можно, скажем так, помыть нормально спину и другие места. Поэтому пользуйтесь мочалкой, это принесет вам здоровье, вы почувствуете бодрость, когда просто вот помоетесь именно с мочалкой. Кровь, скажем так, вас начнет ходить, и вы порозовеете. И это, между прочим, еще и бесплатный массаж, за который не надо платить ни копейки. Как мочалку использовать? Берете, намыливаете тело, либо саму мочалку, и начинаете, скажем так, тереть этим тело. Ну, вроде бы все. Если будут вопросы, задавайте. Просто я хотел вам напомнить, или кто не знает, для чего вот эта штука, скажем так, надо. И используйте ее для вашего здоровья. А на этом все. До новых видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. И пока!